Здравствуйте! На канале «Заречная» информационная программа «Новости», в студии Светлана Теплухина и коротко о главном. Без бюрократических проволочек. Благодаря еженедельным рабочим встречам главы муниципалитета с жителями зареченских дворов, многие проблемы горожан решаются быстро и эффективно. Вот уже не на первой встрече я вижу, что в этом году вопросов задается гораздо меньше. То есть это говорит о том, что польза от этих встреч, она все-таки есть. Иннопром-2023. Продукция резидентов ТОР «Заречный» вызвала интерес на главной промышленной выставке страны. В такие короткие сроки и надлежащим качеством получилось, то есть, обеспечить рынок необходимой продукцией. Вахта памяти. Зареченский педагог принял участие в поисках захоронения советских воинов, погибших в 1945-м. Мы его нашли по документам. Эта схема была сделана писарем, назовем его так, да, который указал в 1945 году, где прикопали погибших бойцов 150-й танковой бригады. То есть это были танкисты. Это лишь некоторые темы выпуска, а все подробности далее. Серию рабочих встреч руководителя муниципалитета с горожанами продолжил визит на улицу Спортивную. Во дворе дома 11А Олег Климанов обсудил с жителями имеющиеся проблемы и выяснил, какие вопросы уже удалось решить. Жители дома номер 11А по улице Спортивной ждали встречи с главой города не для того, чтобы пожаловаться на нерешаемые проблемы. Зареченцы хотели рассказать Олегу Климанову об изменениях, которые произошли в их дворе. Большинство вопросов, которые еще в прошлом году волновали горожан, удалось решить благодаря взаимодействию местных активистов с руководством муниципалитета. Крупные проблемы и проблемы многих жителей, тех, конечно, которые можно решить, нам Олег Владимирович помогает. Помог нам и со стоянкой, и с парковкой. С парковкой нам велел парковку, помог Юрий Николаевич Агеев, наш депутат. Я благодарна всем руководителям. Вопросов лишних нет. И все же в ходе встречи с главой города на Спортивной 11А жители озвучили несколько проблем. Они обратили внимание Олега Климанова на состояние пешеходной дорожки, попросили сделать ремонт козырька над одним из подъездов многоэтажки. Эти вопросы переданы на контроль управляющей компании. Если мы в прошлом году также вот встречались с жителями, да, вопросов было очень много. Но управляющие компании, мы... Над теми вопросами поработали, которые нам задавались. Часть этих вопросов были решены. Какие-то вопросы, которые требовали более длительного решения, они еще на сегодняшний день сохранились. И вот уже не на первой встрече я вижу, что в этом году вопросов задается гораздо меньше. То есть это говорит о том, что польза от этих встреч, она все-таки есть. В рабочих встречах главы Заречного с горожанами всегда принимают участие представители управляющих компаний и муниципальных предприятий, отвечающих за благоустройство. Такое взаимодействие позволяет оперативно решать проблемы, с которыми сталкиваются жители многоквартирных домов. Наталья Елистратова, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». Продукция резидентов ТОР «Заречный» вызвала интерес на выставке «Иннопром-2023». Коллективный стенд управляющей компании «Атомтор» собрал 8 компаний-резидентов 4 территорий опережающего развития. ТОР «Заречный» на главной промышленной выставке страны представили 2 предприятия. Продукция одного из них – пример успешного импортозамещения. Сотрудники предприятия резидента территории опережающего развития «Заречный» изготавливают запасные части для маневровых тепловозов серии ТЭМ. Приводы, клапаны, водяные насосы и другие необходимые детали для ремонта и обслуживания дизельных локомотивов производят в нашем городе. Свою продукцию предприятие представило на коллективном стенде, организованном управляющей компанией «Атомтор» в рамках главной промышленной выставки России «Иннопром-2023». Масштабный форум прошел в Екатеринбурге. Представили образцы впускных-выпускных клапанов и водяного насоса для маневровых тепловозов. Данная продукция у нас производится, можно сказать, по циклу импортозамещения.
ну, полностью, потому что традиционно эти клапана выпускались сначала в Полтаве, вот, и водяные насосы тоже выпускались на Украине. Появилась острая необходимость в освоении данной продукции, и мы, можно сказать, за последние несколько лет осуществили, ну, освоение производства данной продукции. На главном промышленном форуме страны коллективный стенд «Атомтор» объединил 8 компаний. Продукция зареченского предприятия привлекла внимание министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова. Денис Валентинович очень приятно, позитивно отметил, что в такие короткие сроки и надлежащим качеством получилось, то есть, обеспечить рынок необходимой продукцией. В частности, впускные-выпускные клапана мы смогли начать реализацию этого проекта при участии Фонда содействия инновации, применили технологии высшей школы, метод торцевой раскатки и смогли, то есть, избежать, например, потребности в большом производстве штамповочном и смогли, то есть, менее производительную линию запустить, но продукцию выпускаем с, практически с отсутствием брака. Предприятие по производству комплектующих для маневровых тепловозов – первый резидент территории опережающего развития Заречный. Компания начала выпускать продукцию в 2019 году. Ее профиль – производство запчастей для дизельных локомотивов в рамках государственной программы импортозамещения. Сейчас в Заречном 13 резидентов территории опережающего развития. Причем последняя, 13-я организация, получила этот статус буквально на прошлой неделе, 14 июля. И это предприятие будет выпускать мебель для медицинских учреждений. Алексей Лазаренко, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». Зареченцы старшего поколения могут получить гранты на реализацию своих инициатив. Продолжается прием заявок на всероссийский грантовый конкурс «Молоды душой». Задача этого состязания – поддержка волонтерских центров и социальных проектов, развивающих добровольческое движение пожилых людей. Конкурс направлен на развитие серебряного волонтерства. Свои проекты участники могут представить в двух номинациях – «Доброцентры молоды душой» и «Социальные проекты». Победители будут награждены денежными грантами. Общий призовой фонд конкурса составляет 40 миллионов рублей. Подать заявку и узнать подробную информацию можно до 24 июля. Добавлю, что в 2022 году победителями конкурса стали 70 проектов из разных регионов России. Среди них проект автопробега «Дорогой отцов», предложенный зареченцами, ветеранами комсомольского движения. Эта инициатива одержала победу в номинации «Память поколений» и была успешно реализована в мае этого года. Маршрут отряда «Дорогой отцов» прошел по местам сражений Великой Отечественной войны. За 16 дней 14 участников автопробега на 4 машинах проехали без малого 5000 километров и посетили почти 20 населенных пунктов. Останки 20 бойцов Красной Армии, павших в боях с фашистами, обнаружили участники сводного поискового отряда Пензенской области в окрестностях Калининграда, где в далеком 45-м советские войска сражались с отступающими немцами. Совместная экспедиция пензенских и калининградских поисковиков проходила в рамках партийного проекта «Историческая память». На местах ожесточенных сражений работал и учитель Зареченской школы 221 Илья Мурылев. В музее школы номер 221 появились новые экспонаты. Их привез из Калининградской области учитель истории Илья Мурылев. В составе поискового отряда «Поиск вездеход» он принял участие в вахте памяти. Вместе с коллегами и единомышленниками из Калининграда представители Сурского края искали захоронения времен Великой Отечественной войны. Одно из них находилось неподалеку от поселка Ильичевка. Мы его нашли по документам. Эта схема была сделана писарем. Назовем его так, да, который указал в 45-м году, где прикопали погибших бойцов 150-й танковой бригады. То есть это были танкисты. Мы, конечно, когда вышли на это захоронение, еще пока точно не знали, танкистов мы нашли или нет. Предположения подтвердились. Поисковики обнаружили шлемофоны, а также петлицы характерной формы. По документам там было захоронено 29 человек, но мы обнаружили останки 20 человек, то есть 9 человек по какой-то причине не были захоронены, хотя были по этим документам, как бы, там находились. Вот по какой причине, тоже вопрос остается открыт, есть несколько версий. Первая версия, ну, во-первых, это, конечно, танкисты, особенности танкиста, танкового боя заключается, что танк может взорваться, там боекомплект находится, и, может быть, останки этих бойцов
как бы нечего было хранить. Останки советских бойцов будут захоронены на территории воинского мемориала в Ильичевке. Во время вахты памяти пензенские поисковики также нашли множество артефактов той эпохи. Две интересные листовки передал нам местный краевед. Это листовки, которые сбрасывали наши солдаты немцам, чтобы те сдавались. Причем листовки на немецком языке, одна из листовок розовая, чтобы можно было видеть ее на снегу. И они все за подписью последнего коменданта Кёнигсберга генерала Ляша, который сдался и уже был использован нашим командованием в пропагандистских целях. Эти листовки, а также другие предметы, найденные во время вахты памяти, будут храниться в музее школы номер 221. Из них сформируют отдельную экспозицию, посвященную роли Калининграда в истории нашей страны. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный». О поисковых экспедициях и о важности работы добровольцев-поисковиков мы поговорим с учителем 221 школы, участником отряда «Поиск вездеход» Ильей Мурылевым. Встреча в студии сразу после рекламы, ну а пока продолжим выпуск. Продолжается летняя оздоровительная кампания. Во второй месяц каникул в зареченских пришкольных лагерях отдыхают около 500 школьников. В 226-й школе каждый день смены тематический. Ребята прошли курс кибербезопасности, познакомились с семейными ценностями, провели конкурс сказочных инсценировок и много других интересных дел. Нашу съемочную группу пригласили на конкурсно-развлекательную программу «Star Teenager». Громкая музыка, радостные лица детей и зажигательные пляски. Юные зареченцы, отдыхающие в лагере при 226-й школе, устроили соревнования по танцам. Все 4 отряда школьников приняли участие в развлекательной игре «Star Teenager». В каждом отряде просто безумно талантливые и зажигательные дети. У нас проходят кружки, мастер-классы, где ребята рисуют, поют, веселятся, проводят время вместе. Танцевальный конкурс, на который ребята подготовили свои зажигательные, интересные номера. Они готовились очень долго, и я думаю, что они покажут очень хороший результат. Одним из испытаний танцевального конкурса «Star Teenager» стало домашнее задание. Ребята должны были подобрать музыку и придумать под нее движение, чтобы дружно выступить на сцене. В подготовке к этому этапу школьникам помогали воспитатели, которые активно поддерживали своих подопечных. Танцевальная и развлекательная игра «Star Teenager» включала в себя 4 соревновательных испытания. Разминка, танцы народов мира, конкурс командиров и в мире танцев. На одном из этих этапов ребятам предстояло угадать вид спорта, о котором поется в песне. Кого перетанцевал и заслужил право называться самым ярким и зажигательным отрядом, предстоит определить конкурсной комиссии. За выступление на каждом этапе игры «Star Teenager» воспитатели выставляли ребятам баллы. Наталья Елистратова, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». Работа поисковых экспедиций, важность деятельности современных поисковиков. Обо всем этом мы поговорим с нашим гостем, учителем 221 школы Ильей Мурылевым. Встреча в студии сразу после рекламы. Каким должно быть вождение? Правильным, безопасным и легким. Автошкола «Лидер» приглашает на обучение по категориям А и Б. Адрес: Заречный, улица Литки, 47. Телефон 25-45-45. Города бывают разные. Есть города красивые летом, есть те, что раскрываются весной. А где-то вас ждут зимние и осенние города. Заречным можно любоваться всегда. Приобретайте видеозарисовки о городе в телерадиокомпании «Заречный» по адресу: улица Ленина, 18Б. Справки по телефону 60 13 19. Подарите «Заречный» родным и близким. Смотрите на нашем канале. Главные события атомной отрасли.
Стратегия «Росатома» и оперативные репортажи. Телепрограмма «Страна Росатом». Новости на канале «Заречный» продолжаются, и у нас время встречи с гостем. Я с удовольствием приветствую в нашей студии учителя истории школы номер 221, участника поискового отряда «Поиск вездеход» Илью Мурлёва. Добрый вечер, Илья Валерьевич. Здравствуйте. Итак, Илья Валерьевич, расскажите, пожалуйста, о той экспедиции, из которой вы вернулись, которая, в общем, была достаточно успешна. Где вы были и когда? В этом году у нас была первая экспедиция на территории Калининградской области. Мы достаточно уже давно общаемся с местными поисковиками, с калининградскими, и у нас был опыт, скажем так, заочной работы, когда на территории Калининградской области были обнаружены останки пензенских воинов, передавались награды. Мы искали родственников тех, кому принадлежали, иногда передавали в торжественной обстановке. И вот так вот была налажена связь с ребятами из Калининграда. И в этом году мы решили, собственно говоря, поехать туда и провести вахту памяти, как называется наша экспедиция. Вахта памяти проходила в Багратионовском районе, рядом с селом Ильичевка. Здесь весной 45-го года проходили тяжелые бои, и мы как раз работали по местам боев весны 45-го года. В ходе этой экспедиции было обнаружено захоронение, и, собственно говоря, вся экспедиция была вокруг одного этого захоронения, в ходе которого мы нашли 20 бойцов, командиров Красной армии, которые сражались на территории, ну, тогда еще Восточной Пруссии. По документам, которые мы использовали, а это схема расположения захоронения 45-го года, в данной братской могиле лежали танкисты. Танкисты 150-й танковой бригады. Ну, нужно было подтвердить. Наград не нашли, но подтвердили то, что это были танкисты, часть снаряжения танкистов. Это, во-первых, шлемофоны. Шлемофоны с гарнитурой для связи. Это танковые петлицы. Ряд бойцов были такие останки сожженные. То есть это были действительно те танкисты, которые указаны были в вот этой схеме захоронения. Находились они в лесу. Там местность, где уже как бы никто не живет. Там раньше находился поселок до войны. То есть остатки строений там есть, но люди уже на тот момент там не проживают. Там поле, лес, пруд, то есть такая вот местность достаточно живописная. Вот в лесу, рядом с дорогой, были обнаружены это захоронение. Мы все эксгумировали, согласно всем методическим рекомендациям, которые у нас есть. Ну, то есть если раньше они лежали в лесу, не поймешь где, непонятно в каких условиях, да, то теперь они будут перезахоронены на воинском мемориале, на плитах будут установлены их имена, и их родственники могут посетить место захоронения. Да, это настоящие герои войны. Есть у нас список как раз имен, это уроженцы всей территории Советского Союза. Самому старшему 35 лет, остальные моложе, самому младшему 19. Только даже еще не исполнилось 19 лет, то есть молодые парни, мужчины, которые погибли вот в этой тяжелой такой обстановке 45-го года. Кажется, нам 45-й год, все окончание войны, но немцы бы, наверное, уже сдавались, ничего подобного. Восточная Пруссия – это их уже родная территория была, и немцы там сражались за каждый метр земли. Вся территория вот этой Восточной Пруссии, город Кёнигсберг – это была огромная оборонительная база. Дот за дотом, дзот за дзотом, то есть все там у них было пристрелено. Конечно, это сражение было там тяжелое очень. Погибли они в марте, то есть буквально за несколько месяцев до победы. Настоящие герои Великой Отечественной войны. И вот наша работа как раз в первую очередь направлена, чтобы вот эти вот действия найти, восстановить память, перезахоронить со всеми почестями. Это работа по увековечению героев Великой Отечественной войны. То есть так вот мы выполнили.
То есть вы шли вот на это конкретное место, потому что уже знали, да, что там будет захоронение? Конкретного места точного мы не знали. Мы предполагали, ну, какой у нас есть участок работы. Вот рукой писаря в 1945 году нарисована была схема. Вот деревня, вот пруд, вот дорога, вот лес, вот здесь вот захоронение. Плюс-минус 100 метров, а 100 метров щупом прощупать – это достаточно большая работа. Ну, вот совместно с калининградским поисковым отрядом «Совесть» мы обнаружили это захоронение. То есть по схеме она достаточно условная, просто как бы предполагает определенную местность. Ну, плюс-минус вот где-то 100 метров. Но вот все-таки смогли обнаружить, найти этих бойцов. Илья Валерьевич, вот с момента, со времен Великой Отечественной войны прошло уже достаточно много лет. И тем не менее, все равно для поисковиков остается поле деятельности по поиску вот этих захоронений воинских. То есть до сих пор еще остались вот эти незахороненные, неизвестные герои, которые сражались. Я думаю, работы хватит там еще на ближайшие много-много поколений. Потому что война была очень тяжелая. И хоронить со всеми необходимыми почестями было невозможно. Когда отступали, когда наступали, контратаки. Просто не до этого было. Там бы страну бы спасти, отстоять. Поэтому работа как бы предстоит все-таки очень большая. Как давно вы участвуете вот в такой поисковой деятельности? Это моя шестая экспедиция. Вот, то есть, получается, больше 5 лет. С 17-го года я езжу в поисковом отряде, поиск вездеход. Вообще отряд существует уже более 15 лет. Вот в этом у нас есть музей поисковый в Пензе. У нас висит такой, скажем, стенд, на котором мы каждый год поправляем цифры по результатам нашего поиска. Пензенские поисковики на настоящий момент уже обнаружили более 1000 бойцов и командиров Красной Армии. То есть более 1000 человек мы смогли найти. Более 100 человек из них было установлено имя по различным там наградам, медальонам, личным вещам. И около 20 человек – это уроженцы Пензенской области. То есть вот результат работы пензенских поисковиков за последние 15 лет. Иногда в какую-то экспедицию это несколько человек обнаружено. В какие-то экспедиции более 100 человек. Но каждый боец для нас очень важен. То есть если он там командир, простой рядовой, награжденный, там, или только, может быть, даже повивать не успел, кого установлено имя, не смогли ему установить. Ко всем мы относимся с одинаковым, конечно, уважением, почетом, потому что это те, кто погибли за нашу Родину, то есть настоящий герой для нас. То есть вот как бы для чего направлена наша работа. В поисках, чтобы они нигде не лежали, ни по каким лесам, дорогам, болотам, оврагам, а со всеми почестями, чтобы они были перезахоронены на воинских мемориалах. Вы сказали общую цифру о результатах работы вот всего отряда. У вас вот за эти 6 экспедиций уже были вот такие примеры найденных бойцов? И вот, может быть, что-то такое особо запоминающееся, какой-то случай? Ну, вот несколько лет назад мы были в Белоруссии. Поле, на котором каждый год проводится сельхозработа, засеивается там рожь, еще там что-то у них. 80 лет там трактор проезжает, все это собирают. И мы с металлоискателем, с таким с глубинным прошли и услышали звук на глубине. Это оказалась каска. Из каски лежал боец. С бойцом был обнаружен смертный медальон. Смертный медальон мы вскрыли. Он оказался с документом. На документе чернила все истлели. Мы отправили в специальную лабораторию в Минске, где восстановили записи на этом формуляре, и оказалось, что это уроженец Пензенской области, Бекташев Ибрагим Хасямович. Мы сразу стали искать родственников. Но обычно, когда мы ищем родственников, ну, кого-то находим там внучку, племянницу и так далее. А в данном случае мы нашли дочь. В 1941 году ей было 3 года. Отец пошел воевать, подержал ее на руках, она помнит. И 80 лет она ничего про него не знала. 83 года. Тут мы позвонили с Пензенской области, с Белоруссии, позвонили в Пензенскую область, мы нашли вашего отца. Родственники изъявили желание, естественно, чтобы мы его вернули. Привезли его обратно в его родное село Устюза.
у него оказалась очень большая семья, большое количество родственников. И, конечно, со всеми традициями, со всеми почестями, семья, односельчане, военные, губернатор присутствовал тоже на этой церемонии. Его вернули домой, перезахоронили в родном селе. То есть вот очень такой яркий момент возвращения на родину бойца. Был еще такой случай. В лесу в Белоруссии обнаружили тоже останки бойца с медалью за отвагу. Медаль за отвагу имеет номер порядковый. Мы по порядковому номеру делаем запрос в архив Министерства обороны в городе Подольск, который находится. Нам прислали информацию, фамилия, имя, отчество Якушко, Савелий Трофимович. Угу. Стали искать родственников, он был с Алтайского края. Отправили запрос алтайским поисковикам. И только вернулись мы в лагерь наш поисковый, нам приходит фотография этого бойца. И у него на груди медаль за отвагу, которую мы вот буквально недавно нашли. Угу. И что самое интересное, медаль, он уроженец Алтайского края, а его родители переехали в Алтайский край из Пензенской области в начале 20 века. И вот так вот жизнь сложилась, что он воевал под Воронежем, там получил медаль за отвагу, потом освобождал Белоруссию во время операции «Багратион», погиб. Угу. Приехали поисковики, вот в лесу нашли мы бойца. Медаль мы как раз передали в Алтайский край, там родственникам ее отдали. Или опять-таки с медалью за отвагу тоже случай был. Захоронение нашли, и медаль за отвагу, посеченная пополам осколком. Угу. И осталась та половинка, на которой был номер. По номеру тоже восстановили имя бойца. Это оказался лейтенант Бакалдин, уроженец соседней с нами Ульяновской области. Тоже родственникам передали эту награду. То есть такие вот случаи тоже бывают. Наверное, после таких находок, после вот таких случаев, действительно, становится ясно, что вы не зря работаете, не зря ведете свою вот такую деятельность. Очень сильные эмоции испытываешь, когда и находишь бойца, когда какая-то вещь обнаруживается, когда устанавливаешь имя. И самое сильное, это, конечно, когда получается возвратить его домой, родственникам передать. То есть такое ощущение, что он с войны вернулся домой. Илья Валерьевич, и что дальше? Есть уже какие-то планы по дальнейшим экспедициям, поездкам? Традиционная наша экспедиция в Беларусь тоже у нас в планах на август. И на следующий год мы, возможно, тоже повторим поездку в Калининград. Так как экспедиции, мы живем в тыловых регионах, это тысячи километров до боев, и участие в каждой экспедиции достаточно затратная работа, вот и все, как бы добровольцы, самостоятельно все это делаем. И на этот год вот, на Беларусь запланирован, больше, наверное, не будет у нас. Ну, помимо нашего отряда, есть другие отряды тоже, которые отправляются в экспедиции. То есть, я думаю, у них тоже будут результаты. Ну, на следующий год тоже у нас будут экспедиции, я думаю, про которые тоже я расскажу зрителям. Спасибо огромное вам, Илья Валерьевич. Успехов вам, вашим соратникам в таком важном и нужном деле. Спасибо. Спасибо. У нас в гостях был учитель истории школы номер 221, участник отряда «Поиск вездеход» Илья Валерьевич Мурлев. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что были с нами. До встречи на родном канале «Заречный». Берегите себя и своих близких, и пусть новости будут только хорошие.